Всем привет, ребят. Давно я вам уже не записывал сардальку, давно мы здесь уже не ролили, давно не было трэш-контента. Сегодня попытаемся что-то здесь выбить. Как видите, самики накопились на 4 попытки. Знаете, что я люблю ролить по 450. Вот смотрите, даже смену можем сделать. Ничего себе. Поехали. О, нифига себе, пакт. Даже так. Кому бы его пристроить? Можно, в принципе, Асурику пусть будет. Хотя и водушка была нормально. Так, забираем самики. Ничего себе. Жестко, жестко. Так, что там у нас IG, как обычно, хочет меня подкупить. Рущие изменения, рулетка удачи. В общем, на русском сервере, как обычно, ничего интересного нет. Хорошо, с этим мы разобрались, поехали. Добьем все-таки подземочки уже. А потом будет подгончик от IGG. Так, магия, все. Как здесь все просто, не надо там париться. Не надо никого нанимать. О, кстати, можем отсюда тоже позабирать. Бонусы за прохождение. 55 самов. Неплохо. Так, вот мы сейчас дойдем. Нам 3 подземочки осталось добежать. Так, тыковка и всех остальных. Ничего себе, смотрите, как тыковку жарят. Прям жарят. Давай, тыква, тащи. Вот. Вот классно, когда у тебя берс на бездонатном аккаунте уже на максималку прокачанный. Она тащит. Ой-ой-ой-ой-ой. Как думаете, затащит соло там всех, если к ним подбежит? Главное, чтобы она к ним не бежала. Все, в принципе, там их посливали. Отлично. Немножко я уже героя подкачал. У меня стоял выбор, что делать. Взять награды за силу. Там есть пакеты с картами. Ну, там, честно говоря, карты такие себе. Либо паролить. Я выбрал, конечно же, паролить. Это мы с вами тоже сделаем. Так, отлично. Мясокомбинат. Так, что там у нас? Первое место. Отличненько. Поехали дальше. Так. Ой, это тут вообще изи должно быть все. Нифига себе проседает тыковка. Мы щит оставили, в принципе, должно быть нормально. Видите, с каждым уровнем надо все больше и больше качать героев, чтобы они так не проседали. Надо будет им просветов покачивать. У меня они уже доступны, в принципе. Ну, в принципе, мне и даже урона хватает героев. Можно не париться пока над тем, что будут сливать особо часто. Я не знаю, напишите в комментах, кто на такой силе. Вот мне интересно, без тыквы там, без прочих. Хотя можно, в принципе, с определенными героями бегать. Но докуда вы дошли? Где-то плюс-минус на такой силе в районе 20к. Я-то, конечно, здесь не задротствую, поэтому у меня не особо много и пройдено. Так, отлично, пробуем так. Ай-яй-яй-яй-яй, видели? Тыковку просрали. Наверное, сейчас всех просрем. Давайте, ладно, потратим. Потратим 10 самиков. Так уж и быть. Можно, кстати, сейчас попробовать. Надо было, наверное, попробовать все-таки черепа разогнать. Не, нифига.
В общем, не наше. Рановато так начинать. Давайте заберем награды. Не дали нам последнюю. Вот так вот мы не прошли. Так, тут забрали, забрали, забрали. Получить. Отлично. Так, ну что, ребят, можете меня поздравить. IDG мне подогнала очередную, ну, скажем так, не мега имбу, но для бездоната имбового героя это будет сердцеедка. Вы думали, блядь, там сейчас будет какой-то мега трэш. Ребят, это самый офигенный подгон для сардальки, потому что героев реально не хватает. И такие герои однозначно надо забирать отсюда. Если вы без доната, в любом случае надо в первую очередь забирать. Ну, сердцеедку, а сердцеедки я вам расскажу уже в следующем видосике, когда буду ее прокачивать по чуть-чуть. Герой обалденный, для бездоната особенно нужный, поэтому у кого есть возможность, однозначно, однозначно забирайте. Так, что, у меня есть еще кулачки. Забираем коробочку, как обычно. Мне до эволюции еще очень далеко. О, ничего себе, и карта есть, ну все, это будет... Стоп-контент. Нам подогнали 5 миллионов. Говорю, 5 миллионов. 50 коробок, миллион. И на этом спасибо. Самое офигенное, что вы забыли, блин, про самую топовую акцию, которая была везде на всех серверах. А нас, как обычно, забыли. Так, окей, поехали, купим коробочку. Так. Это можно покупать однозначно. Молотки, нету смысла тратить на молотки. Ну, коробочку забираем. Так, тут что у нас? Синие кристаллы, конечно же, ставим. Красные кристаллы, конечно же, ставим. Есть, отлично. Так, у меня там вроде какие-то карты. Есть. Да, есть две карты. Ну что, давайте попробуем карты открыть. Ну, кого я бы отсюда хотел? Конечно, можно Атланта купить и так, но я хотел бы Атланта получить с ремкой 5. Но больше всего, наверное, мне хотелось бы получить Ару. Почему Ару? Потому что он мне нужен для битвы гильдии. А всех остальных, так себе, Варлока еще было бы неплохо. Ара, Варлок, для БГ, думаю, мне бы очень подошли. Я бы их тоже качал. Ну окей, поехали. Снеговик, блядь, ну нахрена мне ваш снеговик, уже зима заканчивается. Атлант, ну, спасибо. Спасибо, 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 Атлант у меня уже один есть, это будет для эволюции. Ну и так, в принципе, неплохо. Второй Атлантик, это тоже радует. Так, хорошо, с этим разобрались, поехали открывать коробку. Коробочка. На ком будем открывать? Давайте на стрелке откроем. Ах, блядь, ремку бы. Сука. Ракушка. Ну, блин, конечно, конечно, это хрень. Я скажу, это русский сервер, я не знаю. На английском там, конечно, мне с коробок падает, сыплет все, что хочешь. Ну, и этому надо радоваться, скажем так. Талантик интересный в плане того, что если он срабатывает, герой не получает урона, отражает 100%, но очень маленький шанс. И стоит вопрос, на кого же его все-таки ставить, ракушку. Скорее всего, пока поставим даже на Асурика, нету смысла ставить. Есть рогатка, возможно, на рогатку поставлю временно хотя бы. Ну, это такой талант, который там не особо востребованный. Ну, что поделать. Так, окей. Давайте сейчас дофармим, что у нас там не дофармлено. Что у нас получается? Ну, мне не хватит в любом случае. Если 5. 5 по 450. Это 250. Нам в любом случае самоцветов не хватит. Ну, это такое. Значит, будет немножко меньше. Ну, поехали, ребят. Попеликаем или нет?
400. А, слоты, ага, конечно. Сейчас. Рано мне слоты еще покупать. У меня нету пары миллионов. Так, перейти. Продолжаем качать нашу тыковку. Так, окей. 53,70. Давайте обменяем. Хоть силушку поднимем немножко. Такс. Тут еще есть интересного. Ну, этого хотя бы. Такс. Ну, вроде с такого все. Думаю, нам места хватит. Я надеюсь. Я надеюсь на это. Ну, есть у меня, как видите, еще другие герои. Я их не прокачиваю. Ну, что, полетели пиликать? Да, блядь, нахуй. Да. Варлок, ребята. То, чего мы хотели. У нас есть первый герой для битвы гильдии. Для бездоната он очень-очень неплохой. На PvP локации будет заходить. Конечно, для него надо еще талантик выбить. Но можете меня поздравить, как обычно, за тычку у нас сразу же лего падает. И, в принципе, та, которую я хотел. Поехали. Сейчас сольемся. Попробуем еще пошаманить. У нас есть еще 3 попытки. Ну, конечно, как обычно, вы знаете, что в эти попытки нифига не выпадает. После того, как выбиваешь за... Так, ну, блядь, давай. Нет. Так, еще есть 2. Сука! Это пиздец, ребята. Можете, блядь, просто руками-логами ставить. Это просто аут. У нас есть, как обычно, как и я всем вам ролю. Я себе тоже вырылил, это админ-панелька. Это пиздец. Это просто нет слов. У нас есть Фрей, и теперь Сарделя будет просто унижать всех, все и вся. Ну, это, конечно, относительно, пока я ее не прокачаю, но это просто аут. Ребят, Фрея, 16к у нас уже есть новый герой. Не знаю, что хотите, репостите там, делайте руками-ногами. Вы должны, блядь, набрать 1000 лайков, это просто трэш. Фрея на Сарделе уже есть за... Просто пиздец, короче. Аут. Я, честно говоря, в шоке. Это просто, блядь, мега-мега-мега везение, и я не знаю. Фух, блядь, наша миссия на правильном пути. Поехали, ребят, поехали еще раз. Это просто пиздец. Сука, Атлант. Ну ладно, я уже думал, опять сейчас будет какая-то имба. Раз, два. Короче, вот так вот, блядь, ребята, это... Это просто пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Что я могу сказать? Варлок, Фрея, то, что нам надо для битвы гильдии. Плюс сердцеедка. Я считаю, это просто аут. Это просто вынос мозга. Пишите комменты, лайки. Не знаю. Всем удачи, всем такого же везения. Выбивать точно так же героев. Все подкручено. Админ, там, как пишут, там... акции, GG, короче, все, что хочешь. Ну, я считаю, мы, блядь, конечно, сегодня потрешивали. Все, всем удачи, всем пока.